Так, девочки, проходим. Смотрите, какие куколки. Так, Белоснежка здесь, Рапунцель, Белль и спящая красавица. Обалдеть, посмотрите, это все наши куколки. Ой, Рапунцель моя самая красивая. Нет, моя самая красивая из Красавицы и Чудовища. Ребята, посмотрите, они же прям как мы. Так, у нас тут Золушка, Жасмин, Тиана, Мерида. Это все наши куколки. И мы сможем их продавать в магазине. Когда? Чтобы дети покупали и могли играться как будто бы с нами. Как будто бы со всеми принцессами Диснея. Правда, мы похожи? Особенно я похожа. Нет, я больше похожа. А это что за кукла непонятная? Черная такая, страшная такая. Кто это такое? Девочки, вы не знаете? Нет, мы ее тоже первый раз видим. Что это за странное место такое? И у нас в нашем салоне красоты появилось какое-то черное место, где кто-то красится всем черным. А кто такая Венсдей? Смотрите, там Венсдей на... А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Написано. Мы не знаем, кто такая Венсдей. Очень странная девочка. Посторонитесь, пожалуйста, пропустите. Это была живая рука. Пока вы ничего не видели. Господи, я никогда не буду прежней. Венсдей, я принес тебе. Спасибо, конечно, но почему на меня так не похоже? Она еще страшнее, чем я. Ладно, все равно. Привет, девочки. Я привет. Тоже из Диснея пришла, да. Ты из Диснея? Наверное. Дисней там в гробу переворачивается. Никогда у него таких принцесс черных не было. У тебя что, похороны? У тебя кто-то умер? Капец, она очень странная. Белоснежка, пойди разберись. Извините, пожалуйста, девушка, а почему вы вся черная такая, скажите? Потому что это мой любимый цвет. Вещь, давай, складывай. Странно, у нас даже у Белоснежки только волосы черные, но это совсем не наш любимый цвет. Итак, так, надо подождать. Алло, так, вещь, пойди. Извините, мы тут пришли на кассу, алло. Со мной рука разговаривает! Вы чего с ума сошли? Лучше бы вы не приходили, капец. Пожалуйста, можно я куплю себе макияж? Сейчас я, конечно, попытаюсь вспомнить, какие кнопочки нажимать. Так, подождите, мне нужно кое-что взять. Ребята, там рука ходячая. Я никогда такое в жизни не видел. Мы со всех сказок, со всех принцесс и никогда такого в жизни так, не видели. Так, мне нужно пойти деньги забрать и принести Wednesday. Так, Wednesday, на тебе деньги. Капец, со мной расплачивается ходячая рука. Так вот, спасибо, пока. Обалдеть. У меня сейчас будет обморок. Итак, мы сейчас пойдем в такси. Так, пожалуйста, такси. Так, ладно, вещь, пойди. Извините, такси, можете нас довести до дома? Да-да-да, я вас слушаю. Меня кто-то по плечу постукал. Это я думала, это ты, а это твоя рука. Привет. Привет, конечно. Ну. Довезите нас, пожалуйста, до моего дома. Ты будешь сама или вот с этой вот рукой, которая у тебя там? Это мой друг. Ну. А как его зовут? Помощник. Это вещь. Обалдеть. Я никогда не буду прежним. Пипи, поехали. Так, ладно, вот еще спасибо. И замок тут какие-то, где, наверное, людей убивают. Нет, это просто жесть. Всего лишь несколько трупиков закопано. Капец, это ее дом. Ребята, может быть, пройдем, может быть, узнаем, как она тут живет. Здравствуйте, вот открываем, пожалуйста. Мам, пап, я пришла домой с макияжем. Привет, Венсдей, как день прошел? Ужасно, как обычно. Отлично, это хорошо, когда ужасно. В нашей прекрасной семейке Адамс, когда ужасно, это значит просто прелесть. Так, ладно, нужно пойти шкафчик себе сделать. Фу, какой-то розовый шкафчик. Все, он должен быть черным. Я его перекрашу. И теперь поставлю туда свой рюкзак и... Привет, а ты кто? Может быть, будем с тобой дружить? Мы можем быть друзьями. Ты, наверное, у нас новенькая в нашей школе. Дай пятюню. Друзьями? Ну, нет, такое себе. Мы уже 2 дня, я тебе уже 2 часа руку тяну. Ты будешь со мной здоров? Ладно, так нет! Я не эту руку имела в виду. Капец! Девочки, бежим! Друзья! Ну ладно, друзья. Хи-хи. Может быть, ты не такая страшная, как кажешься снаружи. Так, ладно, пойдемте в кафетерий, мы тебя проведем, чем-нибудь угостим. Окей, присаживайся. Ну, я не хочу. Сами садитесь. Смотрите, сколько всего розовенького. Так, сейчас я вам пойду и принесу вот вам мороженое. Вау, какая воспитанная рука у и тебя. И вот вам такой коктейль. Обалдеть, она просто класс. Такой прям рука джентльмен. Итак, сегодня я буду вашим шеф-поваром, надеюсь. Это же просто круто. Мне, пожалуйста, пирог, а мне стакан какао. Хорошо, я сейчас пойду. Где они это какого вообще нашли? Я не знаю. Так, ладно, как вот в меню какао. Написано было? Здрасте. Это Белоснежка нашла, Жасмин мне подсказал. А вы что? Коктейль. Да, да мне, пожалуйста, коктейль. И моей подружке Тиане тоже. Он у нас, блин, единственный. Ладно, вот вам ваш коктейль. Где она его вообще откопала? Опа, здоровченко. Блин, моего любимого коктейля не было. Всегда было, сейчас нету. А ну-ка, кто его заказал, сейчас мы выясним. Иди сюда, девочка.
Отдай сюда мой коктейль. Это мой коктейль. Я за него деньги заплатила. Мне его вещь принесла. Тогда я тебе его на голову вылью. Что там происходит? Кто-то обижает моих друзей. Вещь? Пойди разберись. Сейчас посмотрим. Стой, девочка. Надь, ай-яй-яй! А как меня, тебе такое? Меня поднимает висячая рука. Как она это делает? Ума не приложу. Ладно, вещь. Не обижай моих друзей, даже не подходи к ним. Все, хорошо, свободно. Я больше даже в буфет не зайду никогда. Господи, пронесло, капец, она такая страшная, такая страшная. Спасибо тебе, Венсдей, что спасла меня. Девочки, она вообще крейзи. А мне только что ее рука поднимала за шиворот. А эта Белоснежка, она вообще очень странная. У меня есть идея, а что если мы ее пранканем? Мы сейчас при помощи зелья я превращусь в бабушку и продам ей отравленное яблочко. Смотри, девочка, вот тебе яблочко, оно волшебное. Если ты скушаешь, всегда будешь молодой. Нет, точно, как же, ей нельзя есть яблоки. Вещь, пойди спаси ее. Спасибо тебе, бабушка. А ну-ка, стой, бабушка, вот кто ты такая на самом деле. Ты подставная девчонка с моего класса. Ты совсем не бабушка, ты хотела меня отравить своим яблоком, чтобы я заснула беспробудным сном. Венсдей, спасибо тебе. Так, это Золушка, это Рапунцель. Она меня всегда раздражала, она еще и с принцем таким красивым. Нужно что-то придумать. А, попалась, красавица. Надеваем тебе шапочку и повели тебя в парикмахерскую. Пожалуйста, только не мои прекрасные белокурые волосы, только не обрезайте их, умоляю. Как раз их-то мы и обрежем. Какие? Я вижу ее волосы, кто-то их собирается обижать. Вещи, а ну-ка иди разберись. А ну-ка, стойте, девочки, это я забираю. Не-н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 е-
Нет, я очень сомневаюсь. Ну все, никто не может обидеть и даже моих друзей. Спасибо тебе, Вензде, за то, что ты спасла мои волосы. Они же у меня волшебные. Так, ладно, что мне делать? Здравствуй, Золушка. Блин, у нее еще и принц такой красивый, и они такие влюбленные. Мне нужно что-то напакостить. Золушка наверняка будет собираться на бал. Пойду-ка я на бал, меня принц пригласил. А, никуда ты не пойдешь. Вот я подножка, и туфля слетела. Надеюсь, она у тебя не стеклянная? Нет, она у меня хрустальная. Так, стой, подожди, мне нужно пойти ей помочь. Вы ее так, кажется, потеряли. Спасибо тебе большое, волшебная вот, рука. Вот, принц, пожалуйста. Ой, а где твои те сандалики? Те хрустальные туфельки были получше. Зато теперь босоножки с ноги не слетят. Правда ли здорово? И мы на балу устроим дискотеку под Егора Крида. Обалдеть, весь мой план сорвался. Эта Золушка опять меня вокруг пальца обвела. А ну, у меня есть такая идея, очень классная. Сейчас я кое-что пойду сделаю. Вензде, спасибо тебе большое за то, что дала мне сходить на бал. Мы там с принцем там так зажгли, так танцевали вообще, что у меня аж все сандалии послетали. Раньше один башмак теряла, а сейчас прям все сразу. Хи-хи, пойду еще на бал. Ой, домой надо вернуться. Тук-тук-тук. Ну что, отпустите меня на бал? Какой нафиг бал? Никаких больше балов, хватит. И так сегодня ночью поздно приперлась. Все, давай, убирай. Пока все не поубираешь, 80 мешков фасоли не переберешь. Да-да-да, мачеха, да. Пусть она перебирает. Ой, а что это у вас какашка, картина на стене? Давай я тебе помогу, я, конечно, уборщик. Ты серьезно? Да. А ты можешь сходить на бал пока. Обалдеть, пойдем. Правда, Вензде. Хочешь взять коктейль, пойдем. Конечно, я так давно ничего не ела. После дискотеки так кушать хочется. Пойдем, угостишь меня коктейлем. Пойдем. Тут у нас, короче, все принцессы уже сидят. Принцессы, вы такие клевые! Спасибо тебе, Вензде, за то, что ты всех нас объединила и всем нам разрешила попасть в сюжеты наших собственных мультфильмов. Я тут пойду там помою посуду, я же такая, блин, вообще домоработница, хоть я и мальчик, но ладно. Ой, блин! Ой, у нас же дома рука подметает, мачеха! Простите. У нас кукуха сейчас уедет, и принцессы где-то сидят на кухне, коктейли пьют. Ха, клево мы ее разыграли, девчонки, правда? И все благодаря Вензде, ты большая молодец. Сейчас мы будем краситься. А я пойду тоже сяду и накрашусь. Итак, здравствуйте, так, вот, и вещь, пойди туда сядь. Здравствуйте, что вы хотели? Мне, пожалуйста, новый самый маникюр. Ко мне рука пришла? Ну ладно, ко мне раньше ходили руки с двумя, люди с двумя руками, а сейчас... Спасибо вам большое, я выгляжу просто фантастично. А сейчас пришла одна рука и без человека, вы представляете? Так, нужно протренироваться свой танец, потому что потом буду кому-нибудь его показывать. Та-та-та, потренируемся танцевать, потому что... Танцы я обожаю, просто танцы, как будто я на смерти. Ой, ты что тут, ТикТок репетируешь? У тебя такой классный танец. Извини, что мы за тобой подглядывали, научи нас, пожалуйста. Ты что, серьезно? Да, мы хотим танцевать так, как ты, у тебя очень обалденский получается. Смотри, двигайся туда-сюда.
Клево! Белоснежка, Тиана, давайте. Ага, вверх-вниз, ха-ха, я умею, да? Потом еще вот так вот покрутить. О, Жасмин, а я умею танец танцевать. Живота, но не в этот раз. Будем танцевать танец Wednesday. Итак, соревнования по тока-току. Кто лучше покажет танец, кто наберет больше всего лайков, тот получит главный приз. Так, мы показали. А, сейчас мы покажем. Но главное, чтобы мачеха нам лайк поставила. Хоть один лайк будет точно. И принцесса Диснея с танцем Wednesday Addams. Выступает в главной роли Белоснежка, Белль и Рапунцель. Клево! Итак, посмотрим, кто же победил и выиграл главный приз. Вау, у принцесс Диснея 10 миллионов лайков, а у остальных по нулю. И они получают главный приз, телевизор с мультиками Диснея. Обалдеть, у нас 0 лайков. Даже мачеха нам лайк не поставила. И какашка на стене не спасла. Это полный провал. Так, я вам принес телефон, посмотрите, вон ты. Вау! Лайков! Вензе, это все благодаря тебе. У тебя был самый крутой танец. Спасибо тебе, Вензе, что ты нас научила, натренировала. Вам, пожалуйста, конечно. Вещь, ты очень круто выглядишь. Конечно. Ребята, если вам нравится реакция на току боку, напишите в комментариях, хотели бы вы еще. Спасибо каналам, которые делают такие истории. Ссылочки будут в описании. Мы вас очень любим. И стараемся только для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока. Смотрите все наши каналы. Валеришка, Максим, Play Games and Family. Все ссылки в описании внизу. Пока.